Приветствую всех на канале Мотковод. С вами я, Юба Кигарь. Сейчас один. Ну, Машеньке, привет. Итак, друзья, хочу провести небольшой эксперимент. Вчера мне позвонил один из наших подписчиков и с вопросом задал вопрос. Говорит, вчера купил в магазине он ампулу Бипина. Неважно, какого. Кто, неважно, где купил, неважно, чей Бипин, неважно. Важно то, что он позвонил мне с таким вопросом. Говорит, вот я вылил Бипин в воду, а вода не побелела. Вода, ну, этот бипин стал масляной корочкой сверху над водой плавать. Ну, как будто капнули подсолнечного масла в воду. И мы с ним начали общаться. Я говорю, ну, так не должно было бы быть, потому что бипин, скоботок, стактик, по большому счету, это все одна и та же жидкость. Просто у него разный, ну, разный растворитель для амитраза. Соответственно, они из-за этого и по-разному пахнут, но они все должны были вставать, ну, воду превращать в белую эмульсию для обработки пчел от клеща. Ну, так как многие пользуются проливом, и, ну, и все наблюдали эту картину, когда на 2 литра воды выливают 1 миллиграмм скоботок, сатактика или бипина, и вода белеет, после чего проливом идется лечение пчел от клеща. Ну и он мне вот говорит, но я его начал сначала успокаивать, говорю, вы не спешите с выводами, потому что разное бывает, может растворитель вот этого бипина, который вы купили, может, ну, какой-нибудь другой, какой-нибудь, я не знаю, специфический, какой-то маслообразный, и из-за этого, может, оно не белеет, а становится вот таким, вот такой жидкостью. Но он начал говорить, ну, смотрите, а на коробке пишет, что, мол, тактик, ой, не, бипин с процентным соотношением 125, как бы, ну, 12,5%. Амитраза, при добавлении в воду вода становится белую эмульсию. Ну, короче, как и должно быть, так и на коробке написано. Но этого не происходит в результате. Ну, мы начали дальше общаться. Говорю, ну, не знаю, наверное, какая-то подделка, не знаю. И результат в том, что он говорит, ну, я начал говорить, а почем купил? Он сказал цену. Говорю, ну, так у нас же дешевше скоботокс. Начали мы разговаривать про скоботокс. И потом вот и меня самого заинтересовало, так как я скоботокс в воду не лил. Я сам, по большому счету, не знаю, белеет она или нет. Так как проливом я не работаю, я работаю последние годы только с полосками, даже от демпушки отказался. И, ну, он уже хотел заказать, а я уже говорю, давайте мы подождем до утра. Я возьму, сам проверю, белеет он, не белеет, и потом уже созвонимся и решим, будете вы его покупать или нет. Вот я, друзья, взял немного воды, взял 1 миллиграмм скоботоксу и сейчас вылью. Так, и сейчас посмотрим, что происходит. Да, это тоже белеет, друзья. Это тоже белеет. Да, вода, видим, сразу побелела. Вода сразу побелела. Нету, ну, никакой жирных, как бы, точек над водой нету. Ну, конечно, своеродный запах вонючий. Вот что мы наблюдаем. Так что, друзья, иногда, видите, что продают, иногда могут продать и какую-нибудь подделку. Я, честно говорю, я не лил, не знаю, вот первый раз налил, вижу. Так как, когда раньше еще пробовал бипин в воду налить или тактик, процедура одна и та же была, все белело. Это не лил, не знал, вот сейчас проверил. Ну, хотя, если бы оно не белело, мне бы уже давно ребята перезвонили с претензиями, так как многие берут для пролива, мы высылали ребятам, и давно бы уже позвонили и сказали, мол, так и сяк, оно не белеет. Но уже теперь я успокоился, так как знаю, что результат обработки один и тот же самый. Мы даже в первый год, когда пробовали полоски, мы бипин тоже, не бипин, а тактик настаивали тоже на воде. Мы сначала не знали, что надо на подсолнечном масле. Мы его настаивали на воде. Вот, ну, точно так же, на 1 литр воды мы давали 80 миллиграмм скоботокса. Сейчас же даем, ой, тактика. Сейчас же даем уже 60. Тоже вот такая эмульсия получалась сразу же белая. Но она намного, конечно, белее получалась. Так как, ну, на 1 литр мы давали аж 80 миллиграмм. Тут получилось на пол-литра один кубик. Соответственно, чем больше нальете скоботокса в воду, тем будет более насыщенный белый цвет. И настаивали полоски и разлаживали в пчелиные семьи. Тоже хорошо работало. Тоже никаких приключений не было. Ну, просто то, что
вода высыхает быстрее, нежели высыхает подсолнечное масло, соответственно, и рабочее вещество работает дольше. Все, друзья. Вот, сделал, проверил, сам успокоился. Многих тоже, думаю, будет, ну, не спокойствие, а будут знать, что оно также точно работает. Попрошу обращать внимание на то, что покупаете, будь то у меня, будь то не у меня, потому что всякое может быть. Можно купить, понадеяться, обработать, а оно не сработает по какой-то причине. Или это подделка, или срок годности вышел, или еще что произошло. Вы думаете, что обработали, а сами в итоге не обработали. Соответственно, может быть потом плачевный результат. Все, друзья. На этом буду заканчивать. С вами был я. Подписываемся на наш канал, ставим классы. Кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.